Гаррет Таттл, Черный замок. Up, эй, жалкое стадо, собирайтесь. Я объявляю назначение. Так, ну получит ли Гаррет свое назначение в разведчике или нет? Гаррет, мы станем мужами ночного дозора до заката. Right. Да, прости. Sorry. Ты ведь не обиделся no на меня за ситуацию с Финном? Finn, yeah? Спасибо, что не выдал меня. Nice to know there's at least one brother. Это значит, что здесь хотя бы Finn might kill me otherwise. Значит, Финн бы меня убил, за тобой должен. Конечно. Только не проси меня поесть. Еда это святое. Ну давай на войну, я обид проспит. Да, это же вороватые шлюхины дети. Весело, наверное, было смотреть, как я ищу свой кинжал, да, Гаррет? Люди вроде тебя становятся предателями. Next, а потом ты бежишь на зорную забуханку хлеба. Я ничего тебя не крал. Нет, но ты покрывал вора. Какой же ты засранец, Гаррет? Ты просто трус, мать. Может, заткнешься? Ты меня задрал, Финн. Иди нахрен, Гаррет. Финн, оставь его в покое. Гаррет ничем не виноват. Если хочешь выместить злобу, вымещай ее на мне. С удовольствием. Забудьте про то, кем вы были раньше. С сегодняшнего дня вы все станете братьями. Быть может, человек, стоящий рядом с вами, когда-нибудь спасет вам жизнь. А может, это вы спасете его. Ну что, приступим? Каспер, строителям. Финн, в разведчике. Эрик, стюарды. Хью, в разведчике. Коттер, строителя. Ну, барабанная дробь. И, наконец, Гаррет в разведчике. Это все. Да хранят вас боги. Ну вот, я буду латать стену, а ты защищать ее. Ну, Гаррет добился своего. Что хотел, тем и стал. Для северян, которые хотят, чтобы боги засвидетельствовали их клятву, за стеной стоит чердрево. А теперь постройтесь и следуйте за мной. Ну да, это они должны клятвы дать. Ночь пережить вроде бы как день или что-то такое, как практически как рыцарская присяга. Много северян, однако. Ну, в принципе, Джон Сноу тоже к чердреву ходил. И не только он. Гаррет, я рад, что ты стал разведчиком. Так ты же назначал. Спасибо. Знаю, ты этого хотел. Я готов сдать клятву. Не знаю, либо в итоге он нас убьет, либо мы его убьем. У меня было не так много друзей, когда я прибыл в Черный замок. Грен и Пип, если бы я умирал, они не протянули бы мне руку помощи. А теперь я готов отдать за них свою жизнь. Наши братья — это все, что у нас есть. Финн. Какие же все-таки дураки обитают в ночном дозоре. Поверить не могу, что тебя сделали разведчиком. Ты должен не... У тебя нравится тебе ли это нет, но мы теперь братья. Это значит, что нам придется поладить. Даже не надейся. Да ты бы никогда не стал разведчиком, если бы снова все время не вел тебя за руку. Я бы приглядывал за тобой, не будь ты таким засранцем. Срать ты хотел на меня. Здесь всем на меня насрать. Им будет плевать, если меня... Знаешь, сколько разведчиков пропали в этих краях? А ведь скоро я и сам стану одним из них. Что если я останусь здесь один? Или волк. Бояться — это нормально. Страх помогает оставляться не слишком самоуверенным. В следующий раз, перед тем, как связаться в драку с тобой, я вспомню, как навалял мне, и подумаю дважды. Полагаю, ты прав. Ты хотел получить другое назначение, потому что, как я слышал, дозор нуждается... Не понял, в ком! Именно поэтому я и зол на тебя, Гаррет. Ты самый близкий человек, что у меня здесь есть. О, вроде бы поладили с Финном. Ну или это так кажется.
Крысы всегда есть. Вспомни того же Джона. Ты отлично справился, Гаррет. Говорят, что старые боги наблюдают за нами через чар древа. Более того, они нас знают. Боги не прощают, а мы, братья, должны. Ну, честно говоря, моделька у Джона какая-то такая. Вроде и схожесть есть, но более слащавая. Мы на месте. После этой дороги назад не будет. А теперь иди. Принеси клятву. Так, а ну, какое здесь чар-древо? Перед взором старых богов ночной дозор предлагает вам кровь. Скажите же клятву и станьте одним из нас. Нет, да, нажмите W, чтобы идти вперед. Реально, уже убрали бы эту всю фигню, которая абсолютно здесь не нужна. Уже просто давайте выбирать нам реплики, не парьте нам мозг. Ой, ужас. Какое оно страшное. Слушайте мою клятву и будьте свидетелем моего обета. Ночь собирается и начинается мой дозор. Капец, вот это все сейчас читать надо будет. Начинается мой дозор. Он не кончится до самой моей смерти. Я не возьму себе ни жены, ни земель, не буду отцом детям. Я не надену корону и не буду добиваться славы. Я буду жить и умру на своем посту. Я меч во тьме. Реально, чем-то похоже с серыми стражами. Ну, как сами по себе. Серыми стражами из Dragon Age. Очень-очень похоже. Но здесь все-таки им проще. Я щит, который охраняет царство людей. Я даю свою жизнь и честь ночному дозору среди этой ночи и всех, которые грядут после нее. То есть тех скверно, а те долго не живут априори, а здесь есть выбор. Вы преклонили колени мальчишками. Станьте же теперь мужи ночного дозора. Тут должна быть такая эпическая музычка. Добро пожаловать в новую семью, Гаррет. Теперь мы мужи ночного дозора, значит, мы можем в любое время ссать со стены. Я-то думал, тебе не нужна причина, чтобы полоскать себя, Финн. Гаррет, тебе посетитель. Вон там. А кто это? Я тебе что, оруженосец? Честно говоря, Гаррета сделали очень похожим на... О, дядя. Очень похожим на Джона Сноу. Один в один практически. Точно такая же ситуация. Даже похоже... Если Джон Сноу не лгал про манса налетчика, нам понадобится как можно больше оружия. О, то есть это еще манс не налетел. Сир Ройланд заставлял меня точить все оружие в Железном холме. То есть только непонятно. И манс, по идее, если Джон уже стал, значит манс... Блин, как тут управлять? Ладно. Поговорить. Не забудьте про тренировочный мяч. Дядя Дункан! Маклауд. Гаррет, рад тебя видеть. Мне сказали, что ты был у чар древа. Я не ожидал тебя здесь увидеть. Что-то стряслось. У меня дело с ночным дозором. Я привез щиты и железного ствола, чтобы они уберегли вас от меча неприятеля. Ну что? Все в порядке. Боги, и правда милостливые. Отлично выглядишь, племянник. Ну да, отправил нас на шнур. Мне сказали, что ты разведчик. Это хорошо. Умрешь побыстрее. Дядя? В Железном холме дело плохи, Гаррет. Знаю, до меня дошли вести о смерти Итана.
Я стоял в метре от Итана, когда Рамси пронзил ему горло. Это до сих пор гложет меня в кошмарах. Но дом Форестера выстоит. Наш дом выживал веками. Дядя, позволь мне помочь. Я не могу сидеть без дела на стене, зная, что враги окружили Железный холм. Это есть истинная цель моего путешествия, моего посещения. Я опять не прочитал последние слова. Ты помнишь последние слова лорда Форестера? То, что он сказал перед смертью, последний приказ Грегора. Он доверил его тебе. Он сказал, что Северная Роща не должна быть потеряна. Именно. Но сначала нам нужно ее найти. Я читал ее записи о надежде найти подсказки о том, что лорд Форестер знал об этой роще. И, кажется, я нашел ответ. Он написал укрепление, защищенную цитадель, скрытую от мира. Она содержит великую силу. Все его записи были потеряны в этой роще. Тайна, которую он был готов защитить любой ценой. Ты думаешь, что она к северу от стены? Если верить его записям, да. И ты должен найти ее, Гарретт. Поиски будут трудны, но ты ведь Татал. Наш лорд знал, что ты его не поймет. Я был чисто в черной, дядя. Дал клятву верности ночному дозору. Даже если бы я согласился, где-то к северу от стены, не очень-то конкретно. И как же мне ее найти? При первой же возможности отправляйся на север. А потом? Тебе придется бросить ночной дозор и начать поиски самому. Капец. Я знаю, это серьезная просьба. Но другого выбора нет. Неужели нет другого выхода, чтобы мне не пришлось нарушать обеты? Иначе я не стал бы тебя об этом просить. Эта карта поможет тебе найти дорогу. Она была спрятана в сундуке лорда Форестера. Ой, блин, будет опять выбор, наверное. Что это? Это страница из дневника нашего лорда. По неизвестным мне причинам он вырвал ее и спрятал. Это карта, которая приведет нас к Северной Роще. Да. В детстве я боялся чердрев. Могу поклясться, что иногда слышал, как они шепчутся. Ты говорил про цитадель. Может, это она? Нет, это было бы слишком просто. Она спрятана где-то здесь. Выглядит знакомо. В каком смысле? Талия дала мне его перед отъездом. Погоди. Лорд Форестал дал такой же кулон Итану и Родригу. Интересно. Северная роща находится под дозором ледяного дракона. Ой, проклятый ледяной дракон. Бой, вот это бы я... На это я бы посмотрел. Ну да, наивный. Сожрет и на этом все закончится. Мамонт? На этой карте не хватает только Грамкинов и Снарков. Я в это не верю, дядя. Слышь шепот чердрева. Посмотри, тут отверстие. Наверное, он открывается. Давайте откроем. Я не знал, что он открывается. Еще одно чердрево. Интересно. Но что это может значить? Может, это ключ к разгадке карты? Повернуть направо. Идеально подходит. Может, это поможет нам понять, где именно нужно искать. Нет, это не то, нужно попробовать еще раз. Это явно не отсюда.
явно не отсюда. Только здесь вариант. А вот тут подходит немного. Нужно повернуть всю карту. Да. Ротчард древо. Дядя, северная роща расположена здесь. Где бы это ни находилось. Есть только один способ узнать. Вот, возьми карту. Все, чем мы так дорожим, будет зависеть от твоего успеха. Это очень трудный груз. Судьба сына. Я попытаюсь, дядя. Но это немалая просьба. Я ведь простой оруженосец. Я знаю, о чем прошу тебя, но я также знаю, что ты с этим справишься. Да присмотрит за тобой Бог. Ты мне как сын, которого мне никогда не было. Let's go, Garrett. I don't know. Probably like little shards. Если больше никогда не придется их поднимать. Wait, so like a weapon? Well, your piss is like any other liquid, I reckon. Yeah, mine's mostly ale. And if it froze on the way down the wall? Well, that was rather mysterious. Приехал незнакомец, и ты завел с ним беседу. Некоторые говорят, что это был твой дядя. Чего он хотел? Похоже, у вас было много тем для разговоров. Наверное, это... Бла-бла-бла, не переведи нам. Стена не то место, которое приезжает для разговоров. Кажется, он что-то тебе дал. Да ничего. Пошли праздновать. Уже хранишь секреты от своих братьев, а? Гаррет прав. Пока мы поднимемся, стена успеет растаять. Пойдем. Да. Непонятно. Праздновать сверху на стене? Чё за хрень?